Всем привет! Металла нынче накопано предостаточно. И я думаю, что из всего хлама, который у меня скопился, можно сделать какую-то полезную вещь. Итак, в общем и целом, вот что у нас получилось. Я никогда не занимался копчением продуктов, ни горячим, ни холодным. Никогда не изготавливал подобных приборов. Но вот, решился. Сейчас покрасим и покажем, что у нас получилось. Ставим колосник, закрываем крышку, фиксируем ее, разжигаем с помощью фена, стружки и опилки загораются очень хорошо, процесс пошел. Я не знаю, насколько эффективно работает этот аппарат, достаточно ли он дает дыма, достаточно ли у дыма плотность, смогу ли я закоптить продукты. Но меня радует уже тот факт, что аппарат работает, дымит. Надеюсь, все будет хорошо. Жду ваших советов в комментариях. Делитесь опытом. Пишите. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Комментируйте. Говорите, нормально дымит или нет, я не знаю. Пару слов об устройстве этого аппарата. Он состоит из холодильника. Снизу стеклянная банка – это сборник конденсата. Справа – кран для прочистки трубки, по которой собирается в холодильник дымовые газы. Перед вами отверстие розжига и камера сгорания. Снизу находится колосник. Заваренное отверстие – это я экспериментировал, где лучше разместить отверстие забора воздуха. Помпа, которая создает воздушное давление и эффект эжекции. В общем-то, и все. Благодарю за просмотр. Всем пока.